14 июля, 1839 год. Прочел все книги о сферах. Существует множество легенд и преданий о них, но никаких конкретных данных нет. Я написал людям из записной книжки Герберта, но мало чего добился. Однако сегодня я получил письмо, не похожее на остальные. Оно было от прусского барона. Он не писал о легендах и жрецах в подземных храмах, ничего такого. Письмо было коротким. «Я знаю. Я могу защитить тебя. Приезжай в замок Бренненбург. Подпись Александр». «Защитить меня от чего? Я что, в опасности?» Я посмотрел, где находится Бренненбург. В лесах Пруссии, недалеко от Балтийского моря. Это короткое письмо вызвало у меня наибольший интерес и беспокойство. Написав это, я вспомнил о своих кошмарах, в которых меня зовет какой-то жуткий голос. Голос, который описать-то невозможно, словно он звучит из пустоты. Последние пару недель я плохо сплю и постоянно боюсь повторения этих кошмаров. Завтра схожу к доктору Тейту. Может, он даст мне снотворного, чтобы уснуть.
Пожалуйста, отпустите. Я никому не скажу, клянусь. Я просто хочу... Зачем вы это делаете? Отпустите меня!